Привет, друзья! С вами на связи опять Куликов Сергей и сайт focusatmoryka.ru. В этом видео я хочу показать вам очередной фокус с тремя картами Монте. Да-да-да, те самые три карты Монте, которых огромное количество разновидностей. У меня на канале есть два, кажется. Да, два фокуса с картами Монте. И вот этот вот видео, это видео будет карточный фокус с картами Монте номер 3. Итак, давайте смотреть. Привет, дорогой друг. Ну что, ты готов сыграть в три карты Монте? Смотри внимательно. Тебе нужно будет следить всего лишь за одной картой. И эта карта будет довольно распространенная карта. Это пиковый туз. Твоя задача постоянно следить только за ним. Если ты будешь всегда угадывать, где туз, ты будешь всегда выигрывать. И всегда будешь выигрывать кучу денег. Давай для начала разомнемся, и я поперемещаю вот так вот карту. Где туз? Здесь. Да? Ты уверен? Да, ты прав. Туз и впрямь здесь. Хорошо, давай добавим еще одну карту. Это четверочка. У меня есть четверка, у меня есть туз. Четверка и туз. Туз и четверка. Твоя задача, опять же, внимательно следить за тузом. Внимательно, внимательно, внимательно следить за тузом. Где туз? Здесь. Я думаю, что туз здесь. Да, ты опять угадал. Здесь четверка. Хорошо. Давай немножечко усложним тебе задачу и добавим еще одну четверку. Твоя задача опять следить только за тузом. Вот за этой самой синей рубашкой. Точно такая же рубашка и у четверки. Поэтому смотри, не ошибись. Итак, я переверну туза. Где туз? Ты думаешь, что туз здесь? Нет, здесь четверка. Туз у меня в руке. Хорошо, я переверну четверку и переверну туза. Как ты думаешь, где туз? Ты думаешь, что туз здесь, верно? Но нет, здесь четверка. Туз уже вот здесь. Я смотрю, тебе трудновато следить все-таки за тремя картами. Давай-ка я уберу туза в свой нагрудный карман, мои чудо-рубахи. И немножечко сосредоточимся на двух картах. Это две четверки. Я предлагаю тебе внимательно следить за обеими из них. Перевернем одну из них. Перевернем вторую из них. Но под одной из них уже появляется туз. Да, это наш туз. Тот самый, за которым ты должен был следить. Хорошо. Давай я добавлю все-таки вторую четверку, которую ты проморгал. Добавлю четверку и переверну туза. Какая здесь карта? Туз. Ты же верно следил, правильно? Ну нет. Здесь четверка. Туза ты проморгал. Того самого туза, которого я поместил в свой нагрудный карман моей чудо-рубахи, помнишь? Хорошо, давай я переверну четверку и заберу ее в нагрудный карман моей чудо-рубахи. То есть туз у нас остается. Я переверну четверочку и... Какая карта? Четверка, верно? Нет, неверно. Здесь уже туз. Да, ты невнимательно смотришь. Хорошо, давай попробуем еще разочек. На этот раз смотри внимательно. Туз, четверка, туз. Переверну четверку. Четверка же, верно? Нет, опять туз. То есть все три карты у нас в мгновение ока превратились в туза. И они изначально все были тузами. Просто ты не очень невнимательно следил. Вот такой вот простенький фокус. Но простенький только для тех, кто знает секрет. Друзья, что касается секрета этого фокуса. К сожалению, я дал обязательство, что вот так вот в прямом эфире секрет этого фокуса я не раскрою. Можете обижаться, можете не обижаться, конечно же, но я дал обязательство. Но хочу сказать сразу, карты здесь используются специальные. И последовательность действий используется специальная. Под этим роликом, в описании к этому ролику, я оставлю ссылку вот на эти вот специальные карты. Стоят они недорого, поэтому если захотите узнать секрет, закажете на этом же сайте
вот такой вот наборчик, который заказываю я. Вам придет вот такая вот коробочка, в которой будут находиться наши специальные карты. Вот такая вот футлярчик небольшой, куда эти карточки помещаются. И подробная инструкция с описанием этого фокуса. Потому что все, что я сейчас вам показывал, это не импровизация. Это последовательность действий, которую надо выучить и зазубрить. Хорошенько отточить. Но когда вы все это сделаете и отточите, уверяю вас, эффект будет хороший. То есть вот в этой вот инструкции показана вся последовательность действий расписана. Фокус хорошо работает на свиданиях с девчонками. То есть приводите, предлагаете пройти тест на наблюдательность. Она, конечно же, его не проходит, и вы требуете все, что хотите. Вот такой вот фокус. Думаю, он вас заинтересовал, потому что меня он заинтересовал сразу, когда я его только увидел. Ну что ж, до встречи в следующих видеоуроках.